Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала «Записки подмастерья». На обзоре второй выпуск коллекции «Герои Marvel 3D». В этом выпуске идет «Железный человек». Вот он сам в коробочке. Все это выполнено на демо-картоне, второй выпуск. Яркий, красочный. Сам «Железный человек». На обратной стороне, в принципе, та же информация, что и на первом выпуске, только вот это содержание плаката. И анонс третьего выпуска. Это будет фигурка Дэдпула. Так, ну, сейчас тогда пройдемся по журнальчику, кратко пробежимся. И посмотрим фигурку «Железного человека». Ну что же, приступим к ознакомлению. Так, сначала посмотрим плакат. Это вот сам плакат. Так, его побольше сделаем. Ретро стиль. И второй вариант. Такой вот покрасочнее. Вот это как-то более, опять же, мне привлекает. Так, ну ладно. Так, второй выпуск. «Железный человек». Тайна происхождения. За кулисами. «Железный человек» 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. 21 век. Умения, гаджеты, костюмы. Вот все костюмы «Железного человека». Интерфейсы его. Технологии трансформации. Так. Союзники «Железного человека». Пеппер Поттс, Капитан Америка и Воитель. А также враги Мадам Маска, Мандарин и Малин. Так, ну и обзор третьего выпуска. Анонс. Фигурка Дэдпула. Так, ну что ж, смотрим тогда саму фигурку. Так, ну в этот раз фигурка не отклеилась от подстамента. Ну что ж, смотрим тебя, «Железный человек». Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Покраска, ну как сказать. Если сравнивать последнюю фигурку из «Игры престолов», тоже на человек на высоте. Но в принципе все достойно. Ну так вот кратко познакомились с вторым выпуском коллекции «Герои Marvel 3D». «Железный человек», как я уже сказал, фигурочка более-менее нормально все сделано с ней, покрашено, отлито хорошо. И также журнальчик информации много для тех, кто интересуется комиксами. И вот сам плакат. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.